Итак, ребята, снимаю очередной обзор. Аквафор, фильтры для воды. Отдельный кран в комплекте, набор для подключения. Это, скажем так, блок коллекторов для водоочистителя Аквафор Кристалл Квадро. То есть здесь в комплекте входит сам коллектор четырехступенчатый для четырех фильтров. Но есть здесь в комплекте заглушка, где вы можете, например, использовать только три фильтра из четырех. Поставив заглушку, можете... Так, есть кран для подключения в комплекте. Ну, сам блок коллекторов продается без сменных модулей и комплектуется ими в зависимости от требуемой задачи водоочистителя. Например, у вас сломался, треснулся, что-то испортился, и вот есть в комплекте. Сверхкомпактность. Так, ну вот такой вот он упаковочке продается. Давайте ее распакуем. Так, видим, значит, непосредственно сам вот этот коллектор четырехступенчатый, он у нас полностью в упаковке здесь. Вот когда вы откроете верх крышки, я его не буду распаковывать, здесь вот эта заглушка, то есть вот видите, вот здесь вот это нужно будет открутить, и вот это вот видите, вот она вот так на две части, и здесь у вас будет заглушка стоять. Эту заглушку надо будет установить в один вот из этих посадочных мест для фильтров. Тут вот 4, если вдруг вы будете использовать 3 непосредственно фильтра. Он полностью, видите, запакованный. Так, в комплекте что здесь? Это устройство для КН-фильтров, для того, чтобы их можно было, ну, прочищать, промывать и опять использовать в будущем. Здесь есть инструкция. Значит, непосредственно кран, тройник для разводки воды, то есть вода у вас поступает вот сюда, подключаете, дальше идет к вам воду уже непосредственно, которая обычно течет в трубе, а это уже непосредственно в сам фильтр. Значит, само подключение вот здесь вот сбоку, здесь вот, ну, стрелочки это не здесь. В общем, смотрите, когда вот ставите, это понятно будет сюда подключение. Вода поступает через один фильтр, второй, третий и четвертый, отсюда уже выходит. Так, дальше, естественно, в комплекте непосредственно вот эти два провода. Один устанавливается непосредственно вот сюда, вот, вот этот тройничок-разветвитель, и уже сюда. Второй такой же шланчик подключается на выходе, вот сюда на выходе, и уже идет непосредственно в кран. Кран тоже есть в комплекте. А здесь, смотрите, как уже убедиться, когда вы снимете вот эту вот крышку верхнюю, открутите, здесь будет вот так вот стрелка показана сюда и на выход, то есть поток, последовательность подачи воды. Так, давайте посмотрим, что здесь еще в комплекте. Значит, вот непосредственно само руководство по эксплуатации, описание, как можно ставить последовательность каких фильтров. Ну вот, смотрите, комплектность используемых модулей по ходу движения воды. Вот видите, К5, К3, КН можно ставить, К7. Ну и описание, если видите описание каждого модуля, К5, К3, что он из себя представляет. Значит, комплектность. Вот непосредственно схема, полностью подробная схема. Вот давайте зафиксируем. Возможно, у кого-то нет, кто-то ищет схему подключения именно вот этого фильтра. У кого-то потерялась инструкция. Вот смотрите, полностью можете будет увеличить или остановить стоп-кадр. И видите, вот все полностью, полностью показано, как все подключать. Как устанавливать и как монтировать. Ну, вот здесь есть нумерация, но я тоже что-то не могу найти. Все, подключение к водопроводу. Вот, здесь есть полностью инструкция, можно ее посмотреть. И здесь вот вместе с номерами она полностью как установка и подключение идет. Так, и непосредственно сейчас здесь есть, естественно, кран для подключения. Давайте его посмотрим. Значит, из чего он состоит.
Так, значит, смотрим непосредственно сам кранчик. Это значит, по схеме посмотрит, устанавливается вот сюда. И непосредственно с ним идет. Это вот такие резиночки, которые будут держать сверху, снизу, плюс вот это. И в самом вот этом, видите, вот одна железника. И это она непосредственно вставляется, вот смотрите, вот сюда вот. Вот. И потом вот этой гайкой, затягивается. А, итак, это был обзор коллектора четырехступенчатого для фильтров Aquaphor. Оставайтесь со мной, будьте позитивными.